От Санкт-Петербурга до Владивостока. Уникальная книжная экспедиция через всю страну на поезде стартовала 1 августа. Это новый проект Всероссийского библиотечно-издательского фестивального движения «Книжные маяки России». Цель – привлечь жителей страны к чтению в период отпусков. Поэтому акцию и назвали «Читающий август». Самое интересное в поезде – это, конечно же, вагоны, шучу, люди, это писатели, это книжники. Книжники – это люди, которые продвигают книги и чтение вокруг себя. Это общественные деятели, это библиотекари. Я присоединился в Красноярске. Вот мы с женой из Красноярска к этому. А, вы с женой? Да, я с женой. Вот Анна Викторовна, моя жена. А еще кто с вами путешествует? А вот смотрите, какая замечательная собачка. В программе путешествий 14 городов. Улан-Удэ занял 11-ю строчку. На каждой остановке участники посещают городские библиотеки, где общаются с читателями и деятелями культуры. Кстати, одна из миссий акции – пополнить читательский фонд. У нас книги в подарок библиотекам, региональным, городским библиотекам. Но и сами регионы тоже нам в подарок дают книги, и мы выступаем людьми, которые перевозят и передают дальше книги в другие регионы. Это объединяющая история про культурную, книжную, читающую среду. До 20 августа поезд посетит Читу, Хабаровск и Владивосток. Алтан Мункуева, Баир Дугаров, телекомпания АТВ.